возвращаемся с Крыма, с Севастополя. Мы уже проехали 256 километров. Тут видна трасса новая, которую строят. Глобальное строительство идет. Ну, что можно сказать? Дорога получилась практически без пробок. Долетели быстро. Скоро будем в Керчи. Там будет Крымский мост. Пересечем его. И остановимся дальше где-нибудь в Тамане или чуть подальше. Что можно сказать по отдыху в Крыму? Ну, нам, конечно, понравилось. На дорогу до Крыма мы потратили около 10 тысяч рублей из Екатеринбурга. 95-й бензин, цена на сегодня в Крыму 47,50 где-то, 48 колеблется. Вот. По жилью мы жили в разных отелях, гостевых домах и даже в автокемпинге. Ну, жилье загибает по-разному в зависимости от его близости к морю, его комфортабельности. Цена может стоить и 3000 рублей за гостевой дом. Можно дороже. В отелях, в пансионатах там еще дороже все стоит. Мы снимали за 3000 в сутки, да? Снимали за 1500 в сутки гостевой дом. Причем разница в комфорте там невелика. Единственное, там есть особенности его архитектуры, там удаленности от моря. И также мы селились, называется это, в частном доме, да, в котором жили хозяева. Мы там комнату снимали тоже за 1500 рублей. Это Новый Свет был, Новый Свет поселок. Вот. А в Севастополе мы жили в автокемпинге. Там были предложения по домикам таким щитовым. Щитовые домики с одним окошечком, с собственным краником. Этот домик стоил 800 рублей в сутки всего. Но нам в домике показалось душно. И мы, так как брали с собой палатку и все принадлежности туристические, арендовали там площадку для палатки. С человека по 250 рублей они берут за такое. На территории находится туалет, находится умывальник, душ так себе холодный. Ну, зато там есть охрана, зато там есть место для парковки, где ты ставишь машину и прямо рядом с машиной палатку. Заморачиваться не надо, еда рядом была, все это все было в Севастополе. Поселок Учкуевка, северная часть города. В принципе, нам понравилось. 3 дня с ребенком мы были там, прожили в автокемпинге. Ну, сейчас едем обратно в Екатеринбург. До связи, всем пока.